Здравствуйте. Простите, пожалуйста. Внизу никого не было, а мадам Анастасия дома? Представьтесь, пожалуйста, прелестное создание. Представьтесь, пожалуйста, первым. Да, конечно. Дмитрий Овсянников, друг князя Юсупова, племянника госпожи Анастасии. Я Мария Рикар, модистка из ателье. Просто вчера так быстро забрали костюм месье Галона, что забыли о шляпе. А ведь она тоже входит в заказ. Вот я ее и принесла. Так вот вы какая, Мария, кудесница Мария. Вчера в костюме от вас я был просто королем приема. Дайте-ка я вас поцелую. Боже мой, какие у вас глаза? Ради таких глаз я готов на все. Недаром моя бабушка говорила, что все русские сумасшедшие. Вы сумасшедшие все русские. Сумасшедший. Браво, Митя, браво. Вот это по-нашему. Зачем нам это Марго Дюбуа? А вот подглядывать, сдается мне, это не по-княжески. А? Ладно, пошли завтракать, герой-любовник.